Я сейчас на вопрос Игоря отвечу, хорошо? Он важный, да, он даже принципиальный. Если так сразу же ответить, то нет, менять другого невозможно. Менять другого невозможно. Невозможно, понимаете? Просто невозможно. Во-первых, нужно быть самим собой. Первое, что, да, взаимодействие. Это система. Я, он, да? Если я такая, если я ужалась, он тут меня полностью поглотил, да? Если я полностью, ну, в своей силе, в своих ощущениях, свободная, он так не сделает, не сможет просто. Поняли, мужчина? То есть, первое, быть самим собой, и тогда, в принципе, он тоже желательно, чтобы был самим собой. Но есть еще такое, мы же развиваемся. Ну, не только вот от рождения там, до 21 года, до психологической зрелости. Мы развиваемся всю жизнь. Менять не получится, а как бы сделать так, чтобы он доразвился до чего-то, можно. Но условия должны быть до развития. Очень интересная грань, очень интересный баланс. Точно так же, как вам, как мамам, по поводу детей. Да? То есть ребенка нельзя передавить. И нельзя недодавить. И его индивидуальная грань вот этой части, да? То есть, кому-то говоришь, ну, пофиг, да? А кому-то сказал, а у него слезы брызнули из глаз, да? То есть, когда вы выбираете оптимальную степень давления, вам нужно смотреть на обратную связь. Видите, переиграли, ему стало плохо. Шаг назад. Еще плохо, шаг назад. В динамическом равновесии. Ищите, почему у меня системно-функциональный дизайн? Дизайн это поиск равновесия тоже в каком-то смысле. Вот. Отошли, и это индивидуально только для него. Второй ребенок, другой уже. И ему по-другому, да, ему может быть больше, меньше. И видеть его болевые точки. Ну, знаете как, ну нельзя, ну если у него болевая точка какая-то у вашего мужчины, да, вот, ну нельзя туда бить. Жестоко. Да? Эти точки, может быть, оставить. Для того, чтобы с ним поработал психотерапевт. Да? А вот так вот, в принципе, создавая ему достаточное давление, да, вот, оптимальное, вы можете таким образом, находясь сама, живу как хочу, чувствую себя свободным, своя хотелка работает, свои все жизненные планы цели реализуются. И он в этих обстоятельствах оптимального давления тоже разовьется, и будете дальше все хорошо сейчас. А менять это бесполезно. Человек не хочет. У нас же личность, как только сформировалась, у нее есть тенденция к самосохранению. Я личность, я не хочу меняться. Я есть я, такой, как я есть. Как я, да? Вот. Принимай меня таким, как я есть, да, со всеми моими недостатками. Вот и все. Вот такая позиция будет, вы не переживете.